Trust me, darling. Trust me, darling. So look me in the eyes. Tell me what you see. Perfect paradise. Tearing, I could escape. I don't wanna think. I wish I could erase it. Make your heart believe, but I'm a bad liar. Bad liar. Now you know. Now you know that I'm a bad liar. Про эту посылку я однажды попробовала в Украине органическую косметику из натурального состава и поставила себе цель найти российского производителя, который создает веганскую косметику. И я его нашла. И буду вместе с вами впервые ознакомливаться. Так. Ароматическая свечка с ароматом кекса и ванили. Как же это пахнет, просто как в кофейне. Немножко похоже даже на синнабон. Здесь написано: зажгите свечу и заварите чашку любимого чая. Тот, кто сделал эту свечку, точно понимает, что такое уют. Увлажняющая сыворотка. В составе два вида гиалуроновой кислоты. Многие у меня спрашивают, какой сывороткой я пользуюсь, так вот. Смотрите, как круто выглядит. Очень стильная упаковка для крема для лица. В жестяных баночках крем всегда охлажден. Состав: вода, масло виноградной косточки, гидролат розы, масло сладкого миндаля, кокосовое масло, облепихового масла, масляный экстракт зеленого чая, масло авокадо и витамин Е. О, смотрите, какой цвет. Я прямо верю 100% в этот состав, потому что даже по цвету и по аромату чувствуется, как много в нем масел и растений. Вау. Сыворотка с кислотами. Это сыворотка легкий кислотный пилинг, который подойдет для всех типов кожи. Молочные, гликолиевые кислоты. Подтверждаю, что кислотные пилинги органические освежают и цвет внутрь кожи, здоровый внешний вид. А вот так выглядят натуральные дезодоранты. Просто подмышки – это такой чувствительный участок нашего тела. Там очень чувствительная тонкая кожа, и поэтому я хочу полностью сойти с масс-маркетовских дезодорантов и перейти вот на натуральные. Пахнет это все мятой, ментолом. Смотрите, какой состав. Масло ши, масло какао, крахмал кукурузный, вода, воск, эфирное масло чайного дерева, эфирное масло и ланг-ланга. Вот это здорово. Я купила один себе. Где-то такой же точно здесь есть для своей сестры. Она у меня танцор, и ей точно нужно. Есть еще с ароматом эвкалипта и мяты. Знаете, запах абсолютно ненавязчивый. Ну, то есть это не пахнет так, как в супермаркете. Это пахнет тонкие нотки. Он просто точно приглушит запах пота и будет ухаживать за вашей кожей. О, что-то большое.
тоник для сухой чувствительной кожи. Тоник восстанавливает природный баланс кислотности, нейтрализует воздействие жесткой воды. Такой же кремушек мы уже видели, только это экстремальный крем для рук. Блин, какой же стильный, просто вау. Баттеры, жирные масла, какао, бобов, дерево, ши, манго, пальмы, кокоса, а также декс, пантенол, стимулирующий регенерацию клеток кожи и касторовое масло. О, какой густой состав. Ой, пахнет это замечательно. Мне нравится, что в органической косметике весь запах очень ненавязчивый. Это что? Пенка для умывания, для сухой кожи. У меня как раз такая. Эфирное масло розмарина, экстракт артишока, экстракт листьев земляники. Крутой состав. Что это такое, крошечка? Маска для лица с церамидами. То есть эта маска будет предотвращать воспаление и прыщики. Крошечный свёрточек. Так выглядит бальзам для поцелуев. Какое крутое название. Эфирные масла апельсина и мандарина. Ой, как же это вкусно пахнет. Состав масла ши, масла какао, эфирное масло апельсина и мандарина, пищевой ароматизатор. Ну, можете представить, да, как это пахнет цитрусово, сладко, вкусно. И в составе куча масел. Ну, приветик, крошка, теперь ты будешь всегда со мной. Just kiss me slow. Your heart is whole. I am. Мы переспали случайно. Утром. Я что-то делал, звонил кому-то и, может быть, через полчаса заметил ее глаза. Густые волосы, высокие скулы. Вспомнил, как мы вчера уснули, что было до этого прошлым вечером. Как долго мы болтали о вечном. Коса, льгини, длинные ноги, манера все время шутить о Боге. Футболка в обтяжку, молния сзади, стоны на автостраде. Наверное, хватит уже шататься. Тебе хоть есть уже 18? Мне, конечно, намного больше. Прекрасно, идти сможешь. И вот нагая в лучах утра смотрит так непривычно мудро. Так странно, что расхотелось есть. Говорит, я твоя смерть. И почему-то поверил сразу, забил на логику, доводы разума. Не вынул даже бритву. Почти 10 часов вечера, самое время купить вкусняшки для сериала. И так каждый день. Уже никакого удовольствия.